Приветствую. Что я вам сейчас покажу? Коробочка. А что в этой коробочке? Вы знаете, что мы с вами получили. На коробочке написано YouTube. YouTube. Такая коробочка пришла прямо из Америки, на которой написано YouTube. YouTube. Ну, конечно, я ее уже распечатала. Но для вас я ее открою еще раз. Я ее распечатала. Мы там с зятем, с внучкой, с дочкой посмотрели. Ну, зять, он, знаете, ну там, поскольку он не сильно там в Ютубе, не сильно в этих кнопках, не сильно там в этом. Но он понимает, что большое количество подписчиков. Дочка, конечно, это вообще вся в курсе. Внучка была. Не, она знала. Да, я помню, как-то я там была, давно уже. Мы там говорили, было 60 тысяч, так еще что-то такое. Ну, внучке вот будет в мае уже 17 лет. Тут все дело, разбирается. И теперь она сказала, бабушка, this is so cool. Бабушка, это так круто. А я говорю, да. Да, 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 да. У тебя такая крутая бабушка. Да, такая. Значит, ну, что теперь, как тут оно? Открываем коробочку. Открываем коробочку. Показываю так, как оно было. Я так аккуратненько его сложила. Открываем коробочку. Это такая. Поролончик. Поролончик такой. Ну, вот это вот. Вот это вот. Сейчас покажу. А, вот эта вот бумажечка, она лежала там под низом. Я потом ее покажу. Она под самой кнопкой была. А сверху кнопки вот такая карточка, так сказать. Поздравительная, поздравительная. Я ее прочту вам. Так, как она? Вот так вот. Вот так вот, смотрите. Такая поздравительная карточка. Я прочту. И такое прилагается поздравительное письмо. Такое. Его тоже можно, знаете, как грамоту в рамочку и на стеночку повесить. Я тоже его прочту. Интересное такое письмо. Ну и потом. Сейчас покажу дальше. В коробочке лежал вот такой пакетик. Это как бы от влаги. От влаги. Так, коробочку убираем. Коробочка уже и не нужна. Остается в кулечке кнопочка. Кнопочка такая, кнопочка. Выглядит она вот так вот. Вот так вот. А знаете, когда я ее заказывала, было написано, что кнопка это индивидуальная. Почему индивидуальная? Потому что на ней выгравировано. Тут или как-то оно тут наклеено или сделано. Оно такое немножко выпуклое. Название канала. Канала. То есть, вы не можете эту кнопку там отдать кому-то, этот кто-то повесит у себя и скажет, вот у меня там такая кнопка. Нет. Тут написано presented to моя жизнь в Новой Зеландии for passing 100 тысяч subscribers. То есть, представлена каналу моя жизнь в Новой Зеландии за пройденные 100 тысяч подписчиков. То есть, за полученные, скажем так. Ну, такая вот она. Смотрите, с этой стороны тут есть таких два отверстия. То есть надо два крючочка и повесить. Ну, я думаю, куда мне повесить. Я вообще подумала, может быть, вот сюда. Ну, знаете, это не обязательно, что ты ее повесила на всю жизнь здесь. Ну, может быть, сюда повесить. То есть, как бы, когда я буду снимать, то будет видно, что здесь такая есть кнопка. И она не будет так сильно. Я потом, знаете, посмотрю. Посмотрю, порепетирую. Так, сейчас я ее постараюсь поставить вот сюда. Я не знаю, будет вам видно или нет. Так, будет видно, только я боюсь, что она упадет там. Я, наверное, вот сюда ее поставлю. Вот так. Пока сюда. Пока я хочу прочитать, что нам с вами написали. Потому что я воспринимаю это не как, что это мне дали. Нет. Это нам с вами дали. Нам с вами. Каждый делает свою работу. Я снимаю хорошее кино.
Это я всегда вспоминаю своего мужа, который, я уже это рассказывала, у него был такой знакомый, вместе работали, сотрудник, вместе работали на работе. И тогда, в советское время, новые фильмы выходили в понедельник. В понедельник начиналась демонстрация нового фильма в кинотеатре. И на работу, поскольку муж работал в три смены, на работу ходили в разное время. Муж любил там пойти, например, с ночи. Если хорошее кино, говорит, смотрел с удовольствием. Если кино так себе, ну, можно было подремать. Прямо после работы на первый сеанс там, по-моему, на 9 утра был уже первый сеанс. Шли. Так вот, этот сотрудник тоже так ходил. И он, если он посмотрел раньше, чем мой муж у него спрашивал, хорошее кино? Ну, как бы, стоит идти? Он говорил, да, хорошее, цветное. Так вот я снимаю вам. Хорошее кино, цветное. Как видите, цветное кино. Вот, и поэтому, а вы смотрите, то есть моя часть работы, подумать, что вам тут такого рассказать. Так вот, сидя на лавочке, как я сейчас сижу, и вы сидите вместе со мной. А ваше дело посмотреть. Оценить. То ли вы оцениваете хорошо, то ли вы оцениваете плохо. Ну, знаете, кому как нравится. И при этом, может быть, даже что-то написать. Поэтому я еще раз поздравляю вас за то, что вы получили эту серебряную кнопку. Теперь приступаем к чтению. Значит, читаю сначала карточку. Это вообще называется, вот это то, что мы получили, это называется Silver Creator Award. То есть серебряная награда творца. Creator – это творец. Ну, знаете, как говорит там, такой он такой креатив, такой творческий человек. Вот это вот как бы креативити – это творчество. То есть это вот такая награда. Значит, что тут на карточке написано? Значит, читаю по-английски и перевожу. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. Значит, поздравляем на, как бы на преодолении очередной milestone. Это вот как бы, ну такой, как вот, знаете, есть камень, который, вот это, столб, как бы, который отмечает мили. Вот так вот, значит, это образное такое выражение. Вот эти вот версты, мили, которые отмечались в свое время. И вот это вот, то есть мы преодолели очередной отрезок пути с вами в количестве подписчиков, subscribers. Мы рады быть частью recognizing, то есть, ну, вот как бы осознание того, что твоего достижения, и мы хотим, чтобы твой experience, то есть твой опыт был воспринят. This award was inspected and packaged with the great care by Rick. То есть эта награда была проверена и упакована с очень хорошей заботой и с аккуратностью Риком. Фамилия Рик. Такой был Рик. If your award was damaged during shipping or you have any question, please contact us, YouTube creator. То есть, если твоя награда была повреждена во время доставки, или ты, у тебя есть какие-то вопросы, пожалуйста, контактируй нас от YouTube creator Society Awards. То есть, это его визитная карточка того человека, который вот это, этим занимался и упаковывал. То есть, который этот нам подарок с вами прислал. Теперь такое письмо с YouTube. Оно, знаете, на такой, как бы сказать, на ватманской бумажечке, на такой, классной. Так, письмо. Do you remember your first subscriber? То есть ты помнишь своего первого подписчика? Yes, конечно. Твоего сотого? Конечно, нет. Or your 1000 subscriber? Или твоего тысячного? Нет, конечно. А знаете почему? Ну, это шутка, конечно. Это же они шутят так.
А почему? Потому что, ну, тебе же фамилии не показывают, кто на тебя подписался, там, первым, вторым, третьим, или там, сотым, или двухсотым, или трехсотым, ну, и так далее. Кто подписался на тебя. Ты просто видишь цифру. Chances are you do, and you know that you will definitely remember your 100,000 subscribers. То есть... Он пишет, что какой-то шанс есть, что ты помнишь. И мы знаем, что ты будешь точно помнить своего 100-тысячного подписчика. Ну, как бы, знаете, вот, может быть, у YouTube, если бы была такая опция показывать тебе, что вот 100-тысячный подписчик, это как бы человек с таким вот, или там 100-тысячный, или тысячный подписчик, то вот подписался именно вот этот человек, если бы YouTube тебе это показывал. Ну вот когда они там считают. Было бы это, конечно, очень интересно. Your fans may have found you while searching YouTube. То есть твои фаны, ну вы знаете, это кто это, те люди, которым ты нравишься, ну, возможно, нашли тебя, когда они как бы шнырили по YouTube. Ну, я немножечко так, да, с юмором перевожу. Learned about you through the friend, or maybe you showed up as a recommended video. То есть, или узнали о тебе от своих знакомых или друзей, или, возможно, были показаны тебе в рекомендованных видео. No matter how they came to your channel, your audience state their numbers increased because of you and community you will build. Неважно, как они пришли на твой канал, но твоя публика или твоя вот это вот, как бы твое количество этих подписчиков остается, и их количество, то есть это вот, ну, audience, это как бы, ну, твои вот эти последователи, да, вся эта группа остается с тобой, и количество их количество увеличивается. Потому что это твое сообщество продолжает выстраиваться. We are proud to honor you impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Created Award. Congratulations! Это поздравляем. Значит, мы гордимся как бы и с этим твоим славным получением вот этого вот очередного такого достижения в 100 тысяч подписчиков, и они отмечают это, как бы, они отмечают это мое достижение вот серебряной, вот этой вот серебряным award, серебряной наградой творца, создателя такого. Congratulations, это поздравляю. We know that you have many more stories to share with your community. То есть мы знаем, что у тебя очень много разных прочих там историй, которые ты будешь как бы, ну, передавать, распространять со своим вот этим вот сообществом. And we know your fans cannot wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. То есть мы знаем, что твои любители тебя не могут дождаться, что ты будешь удивлять их и даже больше с твоим креативити, с твоим творчеством. Ну, куда уже больше. Может, удастся удивить, может, нет. So, keep creating, keep building. То есть, продолжай творить, продолжай выстраивать. We cannot wait to see you, what you will do next, and we are here to support you along the way. Мы не можем дождаться увидеть, что будет с тобой в дальнейшем, и мы здесь поддерживать тебя в течение этого пути. And who knows? Кто знает, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscribers? Ну, они шутят. И кто знает, когда ты достигнешь своего миллионного подписчика, мы, возможно, тебя просто спросим, а ты помнишь своего 100-тысячного подписчика? Класс, да? С юмором такое классное письмо. Не такое, знаете, скупое какое-то, казенное, такое с юмором. С глубоким your sincere Neil Mon, YouTube SEO. То есть с глубоким уважением Neil такой Mon, YouTube SEO, то есть глава YouTube. Вот так вот написано. Посмотрите. То есть такое, мы с вами
получили классное письмо. Мы так смеялись, когда читали там. Я там вслух прочитала, ой, зять так слушала, что это тебе пишут такие письма. Товарищи, как это интересно. Теперь дальше, вот это вот я хотела сказать позже. Это значит, внучка вытащила, и давай рассматривать, а что это? А тут такая, знаете, это как сказать, программа действия на дальнейшее. Значит, здесь показано, что следующее вот будет золотая кнопка. Это на 1 000 000 подписчиков. Потом. Дальше может быть такая бриллиантовая кнопка. Это 10 миллионов. И потом у них, по-моему, рубиновая кнопка. Это 100 миллионов. Ну, знаете, 100 миллионов это какой-нибудь там знаменитый футболист может подписать, или какая-нибудь там знаменитая певица, у нее может быть 100 миллионов. И то, знаете, не у каждого столько может быть. Поэтому. А еще тут написано, что если ты хочешь заказать дополнительную кнопку, то ты можешь за оплату ее заказать. Так что... Вот кнопочка такая, прочитайте там, если вам видно, надеюсь, видно. Это такой наш с вами подарок. Ой, а знаете, как пришло? К Пасхе. К Пасхе получили такой классный подарок. Знаете, я вот когда только открыла свой канал, я не думала, что я могу такого достичь. Не, абсолютно. Абсолютно не думала. Даже в мыслях не было. Моя задача была получить первых 100 подписчиков. Это безумно тяжело. Безумно. Я свои видео рассылала и приглашала всех своих знакомых, всех, кто находила знакомых, и каждому послала ссылку на свое видео, типа заходи, подпишись, заходи, подпишись, заходи, подпишись. Безумно тяжело было, безумно тяжело. Еще более тяжело было подписать 1000 подписчиков. Потому что после 1000 уже начинается оплата. Мне было, знаете, и не принцип получить как бы эту оплату. А мне был принцип, мне хотелось достигнуть. Вот знаете, поставить какую-то цель себе и достигнуть. Потому что вот когда ты уже достиг 1000 подписчиков, это признание YouTube. Ну там 100 у тебя, 200, 500, 700. Ну что, ну есть они как бы. Тебе это не оплачивает. Значит, YouTube пользуется твоими видео бесплатно. Бесплатно. Вот. Ну, хорошо для YouTube, правда? Вот. А это уже какое-то признание. Плюс надо было, чтобы к этому, к 1000 подписчиков, у тебя должно быть 4000 часов просмотра за какое-то определенное время. Я не помню, по-моему, за 3 месяца. Вот эти 4000 у меня насмотрели очень быстро. То есть те, которые подписались люди, они быстро это насмотрели. А потом, вот это шло я очень тяжело. 1000 подписчиков у меня было где-то через, по-моему, на 11 месяц. Ну, наверное, есть у меня видео. Знаете, я уже не помню. Ну, наверное, должно быть видео. Там, где есть 1000 подписчиков. Класс. Ой, ну а 100 тысяч это было, знаете, что-то такое недостижимое, как полететь на Луну, например. Ну, что-то в таком духе. А потом оказалось... Что такое возможно достичь? Старенькой бабушке, которой вот уже 71 год. Ну, когда я начала канал, я была еще молодая. Мне еще было до 60. Мне было еще так 67. Такая юная была. А сейчас уже 71. А, да. За 4 года, в общем-то. 4 года. Так. Нашей с вами. Я всегда подчеркиваю. Нашей с вами упорной работы. Поэтому я вас поздравляю.
Наше с вами достижение, знаете, ужасно приятно, ужасно, ужасно, ужасно приятно, что наш с вами канал стал такой. А теперь, знаете, вот не успела 100 тысяч как бы подписаться, тут уже прошло немножко времени, а уже будет 110. Вот уже я сегодня смотрела, было 109 360, по-моему, 2 или 1. Теперь так идет, 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 идет. Ну, знаете, есть какой-то предел, конечно, он может быть. Поэтому еще раз поздравляю вас. Смотрите, классно. Я подумаю, где ее поместить, эту кнопочку. Чтобы мы могли с вами любоваться нашим таким эвордом. Эвордом. Тьфу, господи. Бабушка уже заговаривается. Ничего, ничего. Не обращайте внимания. Бабушка такая, знаете, радостная сегодня, такая радостная. И в гости съездила, и кнопочку получила, и вам рассказала об этом. У меня уже поздний вечер, вы это видео увидите завтра. Угу. Классно. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Все.